зовут Настя, и добро пожаловать на мой канал. Сейчас карантин, и я понимала, что если все время буду только сидеть на диване и кушать, ничего хорошего не получится. Я решила сделать эксперимент. Уделяла каждый день в течение недели всего 5 минут на тренировки, которые заранее тщательно подбирала для красивой талии и плоского животика. И как же я удивилась, когда увидела целых минус 3 сантиметра за такой короткий промежуток времени. Поэтому, недолго думая, решила показать вам все эти упражнения. Кстати, а чтобы еще больше вас замотивировать, я решила все эти упражнения делать в своем инстаграме вместе с вами. Так что подписывайся, тебе там точно понравится. Ну что, прямо сейчас вставайте и начинайте вместе со мной. Поехали! Итак, для начала нужно сделать легкое кардио. Начинаем с ходьбы и заканчиваем бегом на месте. Нужно почувствовать, что кровушка побежала по организму, и мы ему даем понять, что вот-вот начнется нагрузка. После разминки начинаем сами упражнения. Первое – это подъемы ног. Именно это упражнение сделает животик максимально плоским и укрепит нижние мышцы пресса. Делаем его 30 секунд. Кстати, как вы могли заметить, я специально сверху поставила обратный отчет, сколько нужно делать каждое упражнение, чтобы вам было удобно хоть каждый день открывать это видео и заниматься вместе со мной. Второе упражнение – вращение корпуса в положении сидя. Это упражнение задействует косые мышцы пресса, что позволяет убрать бока и проработать красивое очертание талии. Третье упражнение достаточно легкое, но очень эффективное. Оно заключается в том, чтобы дать пять своему кроссовку, если можно так сказать. При этом также прорабатывает косые мышцы пресса и саму талию. Четвертое упражнение – подъемы ног. Просто представьте, что хотите откинуть свои ножки вверх на протяжении 30 секунд. Поверьте, после него мышцы будут настолько гореть, что результат вы заметите уже через пару дней. Пятое упражнение просто обязательно для всех, кто мечтает о плоском животике. Вам нужно встать на руки и как бы дотянуться коленкой до локтя. Я бы сказала, что это одно из самых сложных упражнений, но поверьте, оно очень эффективное. Баланс, которого следует придерживаться при выполнении шестого упражнения, включает в себя работу всех мышц пресса, в том числе тех, которые подтягивают талию. Это упражнение можно выполнять без маха руками, но мне почему-то так проще. Это мой маленький лайфхак. И последнее упражнение направлено на укрепление верхних мышц пресса. Главная фишка этого упражнения – быстрый темп, так что старайтесь выполнять его как можно быстрее.
на этом все. Так что не забывай про свой палец вверх и, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что помимо того, что я там буду делать все эти упражнения вместе с вами, я буду показывать свое питание, которое помогает мне поддерживать форму и не набирать лишнее. Ну а мы с вами увидимся уже очень-очень скоро. Пока! Lately I was feeling like I need a purpose.